Добрый день. Осень. Для кого-то это расцвет творчества и вдохновения. А для кого-то это хандра, паническое состояние. Как уйти от осенней хандры? Вот несколько советов. Первый совет. Усилим волю, расправляем плечи и улыбаемся. Можно даже подойти к зеркалу и улыбаться себе. Сказать несколько комплиментов. Ведь наша осанка и улыбка напрямую связаны с нашим эмоциональным центром. И обратите внимание, что через 10 минут ваше состояние уже будет совсем другим. Второй совет. Переключите внимание на приятные дела, любимые дела. Возможно, связанные с творчеством. Возможно, связанные с общением, интересными для вас людьми. Возможно, это связано с вашими делами, а возможно, это ваши цели и мечты, которые вы все время откладывали. Может быть, пришла пора начать действовать. От вашей хандры ничего не останется. Еще один совет. Поменяйте свой имидж. Измените что-то в своей квартире. Больше зажигайте свет вечерами, чтобы вас радовало ваше жилье, ваша обстановка. Еще один совет. Давайте поддержку людям. Ведь столько людей нуждается в внимании и в поддержке. И от вашей осенней хандры ничего не останется. В вашей душе расцветет весна, несмотря на такое время года. Советов много. Выбирайте другой. Можем порекомендовать гимнастика, растяжки, грамотная физическая нагрузка, здоровое питание. Также можем помочь вам приобрести бодрость духа. Всего хорошего!